новогодние праздники свердловчан губил не только лед, но и пламень. Пожарным за общероссийские каникулы пришлось выезжать на вызовы больше 200 раз. Машины, дома и бани в огне в эти холодные дни лидировали в сводке происшествий. Очень были низкие температуры, и, конечно, на полную пользовались и обогревателями электрическими, и печами на полную мощность. Но, к сожалению, они не у всех были готовы к такой эксплуатации, как электрооборудование. Праздничное настроение уральцами статистику МЧС испортила морозная погода. Люди пытались согреться и порой не замечали, что становилось слишком жарко. В пожарах в праздники погибли 9 жителей области. Еще 12 человек пострадали. Причина большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем. И хотя по сравнению с прошлогодними праздниками нынче происшествий меньше, многие засветились даже в сводках федеральных новостей. Так, после Рождества в Артемовском сгорел храм. Деревянное строение огнеборцам спасти не удалось. В этот же вечер с огоньком прошел ужин в одном из гриль-ресторанов Екатеринбурга, который, к слову, горит не впервые. На этот раз среди возможных причин называют замыкание проводки и поджог.